И всем привет, ребята, меня зовут Блогер, или ну как хотите, так меня называйте, но сегодня мы поиграем в Windows 7 симулятор. Ну, сейчас зайдем вместе, посмотрим, что это за симулятор. Но это не Windows 10, ой, это не Windows 7, это Windows 10. Ну, а почему это Windows 10? А, это Windows 7. Почему-то заставка была Windows. Никакую информацию о телефоне он нам не показывает. Или показывает. Так, что тут у нас есть? Так, посмотрим вот игры. Так, игры. Да ну, тут есть игры. Тут есть игры. Ну, давайте в мину. Ё-моё, она реально работает. Его даже перетаскивать можно. Ладно. Так, а вот это как работает? Так. Для этого нужна сеть. Ну, вы же понимаете, что я в деревне. Так. Выйдет потом. А это работает. Посмотрим, оно реально работает? Да, оно реально работает. Так, может быть, тут можно играть? Можно сложно... Да, тут тоже сложно менять. Вот, я сейчас поставил сложный, а есть новичок. Офигенно. Ну, карты. Так, сейчас посмотрим, работают ли карты. Тут реально работают карты. Да ну нафиг. Так, Тетрис. У Тетриса... Тут и Тетрис работает. Так, что тут еще есть? Так, дальше. Калькулятор. Калькулятор, я не знаю, работает или нет. 2 + 2 умножить на 2. Равно 6. Тут у нас есть хром. Контрольная панель. Ага. Ага. Давайте фон попробуем поменять. Хочу себе фон поменять. Ну, например... Ага. Вот на этот. Можно? Пожалуйста, подождите. Так, поменялся? О, реально поменялся. Мышь? Не понял. А, тут можно курсор менять. 3D. Hand. Не, ну нифига. Плак. Я хочу стандарт. Ну все, теперь на стандарт. Настройки питания. Так. А, это нас уже перекидывает в телефон. Ну, настройки телефона. Гаджеты. Что за гаджеты? Не понял. А как их? И что за гаджеты? А, смотрите! Тут зарядка появилась. Ё-моё. А у меня сейчас сколько? 91 реал! Paint. Я Paint нажал. Paint. Да ну, тут есть Paint, пацаны. Так это что за хрень? Вот так. Это реально работает Paint. Офигеть. Так, ну-ка. Бам-бам. Бам. Это реально работает. Так, вот, ребята, я вот тут узнал, что можно вот это сменить. Например, Windows XP попробуем. И у нас будет заставка Windows XP или что? Так, а ну-ка. Пи. Да ну нафиг. Тут реально есть Windows XP? А у нас все будет как Windows XP или заставка только? Да ну. Тут можно создать.
я буду гостем. Но тут только Windows 7. Нет интернета. А, динозаврик работает. Да ну, динозаврик работает. Динозавр работает. Посмотрите сверху слева. Какая огромная вкладка. Вот это. Короче. Сейчас все буду размножать. И смотрите, что я делаю. Фон из батарейки просто.